Почти 88 миллионов рублей будет направлено на ремонт чебоксарских дворов. На эти деньги будет отремонтировано 139 дворов и проезды к ним. Кроме того, установят 85 площадок с игровым и спортивным оборудованием. На это потратят 10 миллионов рублей. В городе продолжится программа по софинансированию строительства автопарковок во дворах. На строительство 53 парковок затратят почти 10 миллионов. Как сообщает информагентство «Регнум», один квадратный метр асфальтобетонного покрытия двора стоит 832 рубля. Тротуаров – 1000 рублей, парковки – почти 1500. Всего в Чебоксарах отремонтировано 46% дворовых территорий, нуждающихся в капремонте. Кроме того, построено 167 автопарковок на 1500 мест, обустроено 180 детских игровых и спортивных площадок. На эти цели за два года было выделено из разных бюджетов порядка 295 миллионов рублей. Осталось отремонтировать и обустроить еще 720 тысяч квадратных метров дворовых территорий.